сексе. Когда работа ждет, а вы говорите, блядь, не любят они меня, блядь, видите, с водичкой нахуй. Хочешь попировать с нами, нет? Садись, поехали. А куда? Ну просто покатаемся, рыжего поищем, может, сейчас еще. Голубь! Голубь! Ребятушки, всем привет. Приехал в детский дом. Любимая моя, спасибо огромное за подгончик. Что ты столько денег подогнала, что я сейчас унести, не знаю. Сейчас пойду схожу за ними. Там должны меня встречать. Купил кроссовочки, ребята, еще там двум пацанчикам. А то принесли в ремонт, там капец у них. Наша любимая моя. Спасибо, ребят, спасибо всем огромное, что помогает. Ребятушки, мы с орлами пошли за пакетами. Да? Что вы делали? Спали, что ли? Нет, нет. Так. Там я твои кроссовки починил. Там. Нет, ага. Ну я говорю, его на кроссовки починил. И новую тебе взял. Угу. Потом еще посмотрим, там, может, еще кому-нибудь купим кроссовки. Хорошо? И тебе тоже кроссовки взял. Ну, да нет, старый. Так. Вот здесь кроссовки. Угу. Две пары. Покажи. Так. Одинаковые. Ну там большие твои эти. Там еще одни эти починил. Так, держи пакет. Ох, нифига, нормальные пакетики. Сейчас я вам еще цепи дам. Цепи дашь, давай, неси, я пока машину дай сижу. Ну все, это уже не вам. А. Все, давай, неси цепь. Угу. Давайте, все, посмотри. Ну все, парни, давайте. Кроссовки берегите хоть. А что, вот тут подождите? Я подожду, давай. Спасибо. Пожалуйста. Ну все, ребят, сейчас еще цепь от велосипеда привезут нам. Посмотри, цепь им купи. И поедем. Нету? Ну тогда, если что найдешь, потом принесешь ко мне. Ну все, давай, ладно, пока. Ну все, ребят, цепи, говорит, нету, выкинули. Ну все, любимая моя, спасибо огромное тебе за помощь детскому дому, да вообще за развитие канала помогаешь. Ребят, ну и всем огромное спасибо, ребят, всем, кто помогает. А мы поехали, у бабушек. Ребятушки, ну что, приехал к дедушке, посмотрим, ждет, не ждет меня паскудник старый. Так, я сидел в теньке. Дедушка! А, вон он, паскудник, где в кустах такой. Опять без рыжего, что ли? Блядь, нет, сука, дед, блядь, пердед. Смотрите, как все. Когда работа ждет, а вы говорите, блядь, не любят они меня, блядь. Видите, с водичкой нахуй. Там человеки бегают. Садись, нахуй, дед. Опять сегодня, блядь, никогда не получится, наверное, жрачку нахуй готовить. Сейчас на трубу съездим. Ну ты что, касок мало ел, что ли, дед? Здорово, нет! Здорово! А что ты опять один? Где рыжий-то? Был, нет? Не было. Не было? Ну, это, наверное, у сестры это день рождения, или сегодня, или завтра. Да? Тебе привет. От кого? А пошел по плеханке, пацан, говорит, Паша, говорит, когда приедешь? Я говорю, ну, что? Ладно, ну, нет. Привет, говорит, передай, а я его не знаю, как зовут. Ну, и ничего страшного. Илья, похвилясь, поехали сейчас искать кого-то, блядь. Может, сегодня хоть по мясо пожарим, блядь. Как дела у тебя? Нормально. Все, что ты будешь? Че? На футбол ходил. Кто победил, нахуй? Наши. Блядь. Наши? Ну, с Тагилом играли. С Тагилом? Да. Все, ребят, что-то у меня, блядь, пояс нахуй, не могу тянуть. А, дед, блядь, ты знаешь, что? Наверное, это... Ребятушки, еле, блядь, ремень сделали, нахуй, поехали сделали. Курил, говоришь, месяц на месяц, ой, на неделю хватило? Ну все, еще купим себе хули, будешь еще неделю курить. О. Вове, ты, блядь, дай он через час нахуй пачки не будет. Да? Вот ебашек. Ладно, нахуй, дед. Ну поехали, ребят. На трубы мы сейчас поехали, нахуй. Ребята, Моисей. Моисей! Моисей! Дед, блядь! Иди сюда, блядь! Паскудник нахуй! Ты знаешь меня? Нет. Дедушка Моисей, Вовкин друг, нахуй. Моисей, здорово! Рад услышать тебе песню былую. Как ну, дела? Не лай, же не лай, не лай. Слушай, я рыжего давно не видел, он где-то... А он у сестры сейчас живет, нахуй. Ты что, где? Тоже он давно не на 101 уехал, что-то. Нет. А здесь, ну, слава богу, хоть нет. Ты что, пешком ходишь, нет? Пешком хожу, хочешь, а? Хочешь попировать с нами, нет? Садись, поехали, нахуй. А куда? Ну просто покатаемся, рыжего поищем, может, сейчас еще. На трубы, потом мяско пожарим. Бросай нахуй, я так дам бухла есть. Сейчас поехали, сейчас, дедушка. Что? Да, садись. Пикатер в каске, как всегда. Садись, поехали. Вот, нахуй. Газ герой не сходится, а человек с человеком.
Черт побери, сходится. А ты, блядь, где пропал-то нахуй? Да я тут это, брат меня тут на квартире своей закрыл, чтобы я бросил пить, курить, а начал спортом заниматься, а я что? Человека не изменишь, человек все. Садись, поехали нахуй. Я у меня этот, зачем? А, давай быстрее. А я тут маленький, хули, черный металл, там хуйня полоски какие-то, думаю, блядь. Давай быстрее, дед, блядь, пока машина не забыла. Давай, поехали, бойцей, блядь. Есть. Вовкин друг, он с Вовкой раньше, блядь, тусовался. Он не бомж, он как бы это. Ну, понятно. Любить давай. Выпить нахуй. Видишь, они там, блядь. А ты что, дед, блядь, не смотри, он алюминий собирает, блядь. Видишь, как дед, блядь. У меня медяшки. У тебя медяшки? Это, сука, дед, у тебя сегодня, блядь, праздник, нахуй. Я медяшку. Что он там собирает, блядь? Плоскогубцы все раз. Видите, с инструментом ходит, Моисей-то, блядь. Да, я тоже. Нож только потерял где-то. Нож? Да. Ну, блядь, пьяный где-то, нахуй. Проебал. Ну что, Моисей там, блядь, собирается, как, блядь, на свадьбу, нахуй. Что-то потерял там, блядь. Сейчас увидишь, где-то стихотворение любит рассказывать Моисей. Я уже понял. Сюда, 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 сюда. С другой стороны там иди. С другой стороны. С другой. С другой стороны. Это Моисей паскуди, блядь. Рюкзачок по спортику опять нахуй. Поехали, нахуй. Дед, дай ему выпить там. Есть, да. Шеф. Трогай. Денег у меня нет. Бесплатно. Покатаем, да? Покатаю. Ты что, Моисей, блядь? Переживай, народ. Разбавлен. Это водка. Пей, радуйся жизни, дед. Сегодня тебе повезло. Паша, то нам и приносил, когда вот рыжим там и там. Ну. Водка, ага, и все, и колбаса, и селедка, и даже, блядь, там приносил. Да, дед. Я же все-таки, ты же знаешь, миллионы зарабатываю, блядь, да, дед? Да. Моисей постоянно говорит. Миллион, не миллион, а где-то это. Миллиарды, да? Да, где-то. Где-то около. Ты давай пей, а? Да подожди, ты счётся, блядь. Пеешь, а тут свет. Моисей, тебе сколько лет? Ой, старт, 93. А ты, сука, пизду. Сходи. Где-то вот, да. Серёга сколько, наверное, знал? Знал. Вот он давно, я знал. Это многие. Это, нашли общий язык. А чё, слушайте, да? Русский молодцы. Человек с русским, всегда найдётся. Моисей, а ты что без велосипеда сегодня? Да у меня сегодня зрение стало хреново-хреново, я пешком еле. Все, понял. А на велосипеде это галимый. Эй! Приехали, ребята, с Бог свит, там спортсмены где-то с Моисеем там спорт нет, обсуждают нахуй. Нет, ты думаешь? Ну, посмотрим сейчас. Нет. Сука, где-то точно, блядь. Вот. Так. Где? Жара, может. Ну ладно, сейчас проедемся нахуй, посмотрим, до голуби доедем. Ну все, ребят, приехали к голубю. Сейчас дед Василий с голубем познакомится, или, наверное, знает его, нет? Смотри, что-то может, да я сейчас. Ну пошли, дед, пошли. Пошли знакомиться, потом, блядь, поедем на природу. Нету здесь никого, значит, на природу поедем. Будешь шашлыки, дед Моисей говорит, шашлыки будем жарить, да, дед? Землетрясение. Землетрясение, точно? Цунами, ох, колясочка. Так, аккуратно, наверное. Да, блядь, тут её не хватит. А, с той стороны, наверное. Тут всё заросло, ёпт, туда, блядь. Голубь! 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 Нету, да, все. Улетел. Поехали, нахуй. Улетел голубь, нахуй. Обещал вернуться, нахуй. Да, слава богу. Пошли. Хорошо. Пошли. Мистер Павел. Как тебя по... Павел Васильевич. Сейчас бы запомнил. Запомнил? Ага. Да. Сейчас, блядь, дед Моисей опять добьется, блядь, и будет меня миллионером называть, нахуй. Да, дед Моисей? Да. Вот это миллиардер, ты не миллионер. Смотри. Все, голубка улетел нахуй. Да куда, блядь, все это, блядь? Да, блядь, похуй сейчас, все ты. Сейчас еще проедемся, поедем мясо жарить нахуй, пизду будете пить с Моисеем. Ребята, дед, рассказывает Моисей анекдот, давай рассказывай. Ага, в общем, дерьмо плывет по реке, а рядом мент по берегу идет. Дерьмо так кричит. Здорово, коллега. Он говорит, какой я тебе коллега? Как? Ты из внутренних органов, и я из внутренних органов.
Вот так вот, ребята, они тут где-то мазеивали. Много знаешь? Старые, ну не сейчас. Ну не сейчас, да, сейчас некогда. Будет время, ребята, дед расскажет. Давай, дед расскажет еще один. Ага. Дуня, значит, Юнова вызывает начальник. Он приходит к начальнику. Ага, начальник говорит. Нет, он говорит. Брат, говорит, да хоть ты мне, говорит. Здравствуйте, гражданин, майор. А тот отвечает. Ну, Юнов, с Новым годом тебя. Тот говорит, да бросьте, какой Новый год? Июль месяц на дворе. Да год тебе еще добавили. Блядь, дед, какая у меня ты. Ладно, дедушка, пейте. Ребята, киса с Станькой уже живет. Сейчас, блядь. Блядь, киса там с Танюшкой уже живет. Не буду их, ребята, снимать. Ой, пускай они. Эту снимать нельзя, а кису одну хуй там. Так что, едем искать. Ребятушки, купил угля, блядь, сигареты нашел. Ну-ка, дед, передай денежку, он я тебе дал. Да. Наталья Еникеева из Новосибирска. Наталья Еникеевна. Привет. Привет тебе от деда. От Толяна деда. Да. Владимир Демьяненко. Владимир Демьяненко. Привет тебе от Толяна Макса. А ты, дед, передай привет любимая моя, скажи. Любимая моя. Дай бог, чтобы все было хорошо и прекрасно, как у нас жизнь. А так вот нахуй. Ребята, поехали, сигареты куплю и поехали мы на речку. Да, сигарет нету здесь нихуя. Ребятушки, поехали все-таки на 101-й. Че ты говоришь, жалеть не надо человека? Да не жалеть, а любить надо еще. Федор Михайлович Достоевский сказал. Поняли, ребят, не жалейте, а любите человека. Блин. Который написал. Любого человека надо любить. А у нас что, ну пожалел там, дай ему что-нибудь. А дело это не в этом. Понял, ребят, я их не жалею, я их люблю, нахуй, бомжи. Вот так вот. Да, мой дед Моисей? Да. Сейчас дедушка Моисей, блядь, сказал, Светке стихи расскажем. Да, Моисей? Ой, легко. Вот так вот, да. Любого русского поэта найдешь. Ну, хоть какой-нибудь стих-то расскажи, пока едем. Это сейчас. Или забыл уж, что ли? Давай, русского, закажи, какого поэта? Да, давай любого хорошего поэта. Скажи, ты, блядь, стихи-то знаешь? Давай я анекдоты расскажу. Бля, что ну, давай, пока дед вспоминает мои сети. Да я что поменять. Приходит мужик в больничку. Доктор, блядь, вот я язык там сиди. Ну, доктор посмотрел, лупу посмотрел. Надо, говорит, резать. Мужик думает, да, машина есть, баба есть, дети есть, режь, отхуярил он его. Ладно, через неделю опять приходит. Доктор, блядь, яйцо опять синее. Доктор, надо резать. Он говорит, нет, не дам. Пошел к бабке. К бабке приходит. Бабка, чё? Да вот, говорит. Яйца, говорит, синие. Она говорит, ну снимай штаны. Он снимает. Она говорит, да, сынок. А штаны-то, говорит, надо стирать. Вот так вот, видите, дедушка тоже идет дальше устроить. Все, ребят, ехали на 101-й. Ну, ребят, нету сетки. Зашел, нету ее. Ребят, вот вы говорите, что ее быстро снимать? А что снимать-то, если нехуй снимать? Эти бомжишки прячутся. Нету? Сейчас поедем, машина отдохнет немножко. Как дела-то у вас хоть? Нормально. Все в порядке, спасибо. Ворошилов на лошадке? Чего? Все в порядке, Ворошилов на лошадке, говорят. А Ворошилов на лошадке? Ну я не Ворошилов, Кистерлот, ну да. Хоть, а вот сыр по дорогу хоть понесем, блядь. Посядьте себе за дом, за бегуничек. А там люди ходят. А где? Вон, сейчас где остановимся, дед. А? Вон туда, беги, дед бассейн. Вон туда. Давай так... Защит. Зачем защита? Тебя еще убьет током нахуй. Нет, вот. Да я хер, я еще убью. Вот, сараи же стоят. Знаете, куда пока едем, закусывайте хоть, блядь, сырком. Давай быстрее коня на водопой веди, блядь. Ну вот, ребят, видите, так бомжей сейчас нету. Так что
Скоро будет вообще редко серии выходить. Пока к зиме. Хули делать. А как-то так нахуй. Ребят, решили заехать на воинскую часть. Многие просили меня покажут. Там женская колония будет хуже. Да? Там пусто сейчас. Ну, сейчас я работал там. Сейчас посмотрим. Полгода. Ну, ты точно помнишь? Как? Сейчас я в остановке остановимся, последний. Ну? И нам все подскажут. Я подскажу. Вот школа 13 будет. Ага. Заезжай прямо. Заезжай, конечно. Ребят, что, не можем идти? Заблудились нам? Сейчас. Поехали выезжать. А что ты прямо поехал на обувь? Блин, короче, опять заехали туда, хер знает, сказали, до моста. Поедем искать. Он сказал, мужик, ты мост проезжать. Не, он говорит, на мост поднимайся, говорит, до моста. Короче, ребята, путаюсь, вообще, даже места я не знаю, где. Ну, постараемся сейчас найти. Сейчас знать, сейчас ты по-любому. Ребят, короче, хер поймешь, он, ладно, там пока его делал, будешь. Сейчас посмотрим. Капец, ребят, не все так просто. Оказывается, даже два деда не могут ни хера найти. Не, я-то там ни разу не был. О, там, видать, ребят, судя по всему. И в Бельгии, и во Франции, у нас одна область, как вот, вообще. Вот, видите. Я ни разу там не был. Так что не знаю, я там планета, где уж резкий. Дед мог... А с моста съедет. Да? Ну, пожалуйста. Ну, в ту сторону. Вот туда. Лево. Ой, ребят, тут надо специально, наверное, короче, отдельное видео делать, это искать в поисках, побродить с бомжиками, блядь. Не знаю. Сейчас. Ребят, короче, все, мы не можем найти. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите, чтобы мы нашли. Секретный объект. Да, специально. Ядерный. Специально, ребят, поедем, будем искать, если видео прожмете. Поехали до Асбеста, ребят. Короче, просто так гоняем. Ваше время тратим свое. Ну что, ребята, приехал, что попробую это. Брат родной здесь. Если нет, ребят, не знаю. Вот вы говорите, что там что-то. Ребят, может кризис пойти, но нету их. Я хуй сделаю. Как-то нам пишут, а деньги надо отрабатывать, ребят. Надо деньги отрабатывать. Надо, что делать, снимать-то некого. Так что, вот так вот, вы говорите, блядь. Я вот шашлыки, блядь, уже вторую неделю не могу с ними, блядь. Все вроде уже заготовил, все. Пизду и хуй найдешь нахуй. Так что, как говорится, не серчайте. Летом скучно, а вы еще рыбалку, будет хуял. Как вот с ними на рыбалку, блядь? Хуй найдешь. Если никого нет. Нету. Ребят, ну все, хуй. Ладно, ребят, хули там, говорится, паха. Придется, блядь, везти деда Моисея, пускай жарят нахуй. Мясо как они выйдет, ребят, хуй знает. Ну что делать? Вообще пиздец. Заебало все хуй пройти еще тут. Как-то так, ребят. Серия получилась ни о чем. Ну, хули. Зато как есть, блядь. Без всяких приукрас. Ребятушки, вы приехали на базу. Да, пошли. Хуй, ребят, надо. Вот туда, по берегу. По берегу пойдем, но. Я там берега. Дед Моисей, ты хоть нормальный? Да, вообще, я молчу. Нормально. Нормально? Ну и слава богу. Сейчас здесь местечко найдем. Сейчас. Купание запрещено. Ребятушки, все, пришли. Давай здесь расположимся на. Здесь. Дед Моисей, давай. Все, сейчас дед Моисей будет мангал собирать нахуй. Сможешь собрать один? Давай сюда. Сейчас дед, блядь, сам сказал, соберет нахуй. Я только присяду. Присаживайся, дед, блядь. Видишь? Давай, дед Моисей, твой ум тоже понадобится. Помогай собирать. Ну да, ум. Я еще могу ничего. Да ладно, ты не грусти. Интервью. Интервью? Интервью могу дать. Давай, помоги дедушке вам лучше. Да, он там стоит. Да не, я не ветер. Ну, я ветер. Ветер что такое? Ветер. Люди отдыхают, видите. Так. Толян. Сейчас так. Я, ребята, я не знаком с этим. Нет, серьезно.
Не знаешь, как собирать что ли? Да погоди ты, я хотел выбросить туда. Не, надо потом сожгем лучше потом. Сожгем. Ну что, сейчас ветер утащит. Что, второй, что ли? Так, давай, дед, покажи свое это нахуй мастерство. Да. Дай Моисей тоже помогай ему, хули здесь. Вместе. Да не, я что я помогу? Вот хуй, так вот, да, должно быть. Да он думает, сам. Вот так, ага. Ну там дело, я не знаю, просто я купить. Вот здесь. Я все слышу сборную. Зачем ее? Она все равно придется, она все равно не так может. Ох, ветер какой. Пошли еще. Нет. Так же, вот я собираю, вот так же, ну. Не. Вот. Опа. На вторую там надеваю. Гитару я хоть маленькую, на гитару. Вот так вот. Спой бы что. Ганка, я твой бессмертный арестант. Ты что пел? Кто пел? А ты не знаешь? Да что ты говоришь? Да ты что? Да. Новиков? Нет, не было. Нет, вези меня. Сейчас, ребята, помогу. Давай там позже все, ребят, собрали. Где там у вас больной? Я не знаю, что это, тем более я. Так я не знаю, что ли. Все знаю, что ли. Вот розжиг. Давайте я засыпаю угля. Розжиг. Спички поджигаю, будем растворять. Спонсор сегодня Пашка Рязань. Пашка Рязань, спасибо огромное. Давай еще, посыпно. Ну ты что, ты стал умеешь разжигать костер? Ты курируй хоть там. Проверяй, я. Да. Вот так вот. Генка, то ли он? Вон рожик. Древесный уголь? Да. И что получится? Березовый нахуй. Блядь, это вообще... Ну, сука, Моисей, нихуя не хочет, блядь. Нет, ну там мне Виктор говорит, брат, ты отстал лет на 20. Да? А чего? А чего? Все, спичка ну, сейчас. Совсем, я же не андерталин, не какой-то там с этого какого-то соединения там приехал. Я же не пятиконтроп, блин. А хер. Сейчас раз горит. У нас так горит сейчас. Ветер есть это. Там что за мешок? Ну что, разгорится, наверное. Сейчас как раз эту решетку обожгем нахуй. Сейчас будет Моисей мясо укладывать нахуй, да, Моисей? Так, пускай решетки обдавают. А я думал на вертелях. На вертелях. Ну все? Да нет, ты не мешай мне внимания. Да ладно? Паша, ты не подумай. Ты кушать-то будешь, нет? Ну, мясо-то хочешь? Надо поесть. Там стопочки сейчас, стопочки. Надо быть вегетарианцем. Тебе жиром нельзя. Есть-то? А? Есть нельзя мне? Ты усики я уже опустил специально, да? Да я что, хочу эти отрасти. А Любка сегодня меня пришел к нему. Горит, нахуй, сейчас разгорится все, нахуй. А сейчас ветерок есть. Ветра нет. Тем более, жидкость все нет. Курица такая, ничего не режет. А там так она, кусками? Кусками. Там свинина, поехали. Курицу так заберете, сидите нахуй. Сейчас. Сейчас пока, давай-ка я передам всем. Давай скажи всем привет, нахуй, спасибо огромное. Привет. Скажи. Сейчас. Рыжий, Вовка, привет тебе. Паскуди. От Толяна, старого. И сеструху поздав праздником. Ваське привет. Максим, тебе тоже привет. Так, давай туда бумагу, о, блядь. Ори бумагу надо, гуляй, блядь. Че вы, ёпта, че вы, жесть? Да ты давай помоги, разожги хули ты, блядь, умеешь. Блядь, а че вы, блядь? Я тут первый раз, а вы уже. Давай. Вот он, блядь.
так. Все, он не верит, видишь. Ну, держи ты. Сейчас подожди, бумага вон, дед, бумагой нахуй сделал. Нет, ты уголь-то засыпь хоть. Хуй разожгут они. Блядь, а? Живут на улице, а, блядь, костер разжечь не могут. Этим я никогда. Дровами я разожгу. На балу улицы сверху огня, а хули они там. Че ж никого надеюсь? Давай водку лей, да, водка разожгем. Ты дурак, что ли, видишь, какой-то у него разжигать? Че, я не пожалею. Ты че, да вы че, блядь, че у вас лодки море, что ли, вы океан, что ли? Перестань, он пошутил. Че, не понимаешь, английский или русский, блядь. Че, дед Моисей, скажи, не охерел, да? Да не, смотри, ты хозяин, барин. Давай, бери решетку, пошли мясо засовывать, пока разгорается. Дед Моисей, бери решетку. Давай, ты думаешь, мясо можешь, наверное. Что делать? Вон мясо там доставай. Что, горячо? Ох, блин. Давай, мясо доставай там. Вот это мясо внизу, нижнее. Ниже. Это холодец вам. Это не надо. А так будешь есть. Уважай. Вот. Мясо там курицы. Дай курицу сначала будем жарить тогда, хуй. Жил на рыбу. Так все для вас, блядь, вы ни хера не едите только, блядь. Давай я еще с... Будешь Интересно есть? Интересно говорю. Василий. А. Точно будешь есть? Ем. Ну все, давай нам накладывай. Может, где, как разорвать? Руками у тебя, блядь, руки должны как... Ноги костер нормально. Давай, сейчас... Че... Сейчас загорится нахуй, Моисей, давай. Зубами рви, хули ты? У тебя зубов нету, что ли? Нет. У меня 35 зубов осталось. 35? И что она, сука, не открывается? Как? Она это просто... Ты сначала вот это выдвинь. Так я выдвинь. Это пиздец. Вот. Вот. Вот и все. Давай. Куда ты на... Держи на руках ее вот так. Где мясо-то? Давай, ну. Он сейчас сток побежит весь на землю. Она и так у тебя выбежит, и так выбежит. Да, так и так нахуй. А вот чем распечатывать? Да палочку какую-нибудь возьмите. Да. Че, не можете что ли? Там, наверное, есть полоска специально, где рвать ты должна. Она бы где-то, но я не вижу. Он нахуй дед порвал, блядь, сказал, порвал нахуй. Где-то? Давай, он дед не Моисей. Мясо, он любого порвет. Это сыгранатурий, блядь. Ох, какие куски, давай укладывать их. Блядь, все. Дед Моисей помогает мне. Нахуй. Давай, я пойду брошу. Бля, чего не можете? Разжечь, да ты же кто разожгешь, бля? Василий, я вообще на первый раз вижу, бля. Кого? Я слышал, читал по интернету и видел. А где ты в интернете читал-то? Чего врешь-то, бля? Я же. Вот я откуда интернет-то, бля? Хорошо. А? Ты брось эту свою кинокамеру, чё? Эй, пусть я снимает. Да, пусть снимает. А, бля, бля, дед Василий, бля. Давай, бля, помогай, нахуй, мясо укладывать. Какие куски, бля. Вы сейчас перейдите тут, нахуй, хоть. Да погоди ты, не трогай. Ну слушай, они на этом огне. Они уже готовы, но не полосы. Чего-чего? Они там. Да все нормально, дед Мати. Я уже костерчик. Ох, ребятушки. Не дави. Дави. Блять. Черт с тобой, ты такой догом, блядь, убедился сам. Иди ты. Че Рим прошел? Че? Все, обиделся, я. Никогда. Я никогда не обижаюсь.
Я обидчивый, но я очень быстро отходчив. Сам, да? Конечно. А так оно надо. Мы же люди. Мы же сволочи. Так вон воду сходи, Лешка, помой. Нормально. Чё, кисель, тебе без фильтра, блядь, напихано в пачку космоса, блядь. Ну, блядь. Будет наш с тобой себе, да? Все, жарко пошла нахуй. Все, держи руки, помой. Ну что? Ты пока давай стопки доставай, наливай стопочки. Что ты? Буль-буль-буль-буль. Я как, блядь. Ты пить-то зачем? Не, я-то не буду пить. О, стопочки. Сейчас, ребят, сейчас. Смотри за мясом. Я знаю, что все иду. Взял стопочки. Тарелочку иду, скульец. Как красота. Везет. Грустно летит. Хули. Вот так вот надо. Дед Моисей что, грустит, сидит нахуй? Дед Моисей. Гори маленький. Давай, вот тарелочки тебе, Дед Моисей. Вообще не горит ни хера. Сейчас разожгем нахуй. Давай еще нальем на жидкости до хуя. Давай, Дед, разожгем. Что, мясо будет одно и херней пропасть? Ну а что, Дед, блядь? Ты же... Ты же... Вот давай, поджигай нахуй. Сейчас, бля, все будет заебись, сколько ты переживаешь, нахуй. Что, одну химию нажрёмся, химию? Это не химия, что ты переживаешь? Сдохнем, а что это такое? Да ты не сдохнешь, не переживай, нахуй, ты надо спички поджечь. Да я... Что ты, блядь, ты с помоек ешь, блядь, не умираешь, а тут помрёшь. Я не жру никогда с помоек, запомни, это раз навсегда. А что, не ешь, вообще не берёшь? Было. Вот, видишь, было по молодости, не помер же, блядь. Блядь, все говорят, я не жру. Да откуда, блядь, не жрёте? Я ем. Моисей нет, ж... Нет. Бывает нормальная пища. Бывает. Я ем нахуй, а вы не едите. Да, бля. Ты что, блядь? Лучше деда, что ли? А что я ем, а вы? А что я думаю? Я тебя далеко отошел, я похоже. Да, это не знаю. Не, я стану сейчас полыхать. Давай, что, пока наливайте, хули, выбивайте. Да, это уже бухнули. Бухнули, что ли? Мы бухнули. А я, бля, вон за стаканами ходил, блядь. Да нахуй, блядь. Ну что это обидеть, хоть закусывайте, что это, блядь, хлебушек, помидоры открывайте, хули вы, пиздец. Сейчас нахуй сырое будете есть, что, не похую. Так как вы с вашими зубами, как вы будете есть, блядь? Обсасывать будете мясо-то и все, что? Давай там это, передать. Да подожди сейчас, дед, давай сейчас это сначала. Разожгем хорошо костер, блядь. На, махай. Моисей, иди, садись ближе к костру, хули ты. Это новый сюжет. Да, да ты хули молчишь, блядь, Моисей. Почему еще ничего не знаю? Я тоже молчу. Ну вот Моисей молчит, дед молчит, все молчат. Ну передать я передам. Давай, скажи, любимая моя, привет тебе. Я еще Вове передам. Рыжему? Ну, блядь. Ты а дай... рыжего так набросил? Потом этого, а, Максиму передам привет. А потом... Давай, ты сказал костер разведи. Че, говоришь, на рыжего накинулся? Да. Ну, что, да гадин, гадина уже второй раз не приходит, гадина. Вот это не очень нарушается. Может, твой корешан? Да мой. Вы же пьете вместе. Да. Ты ему говоришь здоровье, он тебе здоровье. Но он тебя не подводил никогда. И ты его, ну, всякие обстоятельства что бывают. Что ты, сука, какой? Да он не должен говорить, он должен сейчас это разрешать. Ну, видишь, уже есть угольки. Все, жарче будет, да, все. Больше нет. Есть как нету, вон еще, целый пузырь. На, дед, хоть ебани химии. Сдох, да не сдох ты что ли, блядь? Нахуй, не надо. Вон водочки бери, да я шучу, когда он не будет пить, я же прикал. Да сели, все нормально в этом плане. Чересчур. О, дед, блядь, волосы отпалилось. Да и хуй. Ты как, блядь, ресницы, блядь, ёб твою мать, все опалило. Он и побрился, хули ты. Ты среди, это же жидкость, она как-то... Я тебя постригу потом. Не пей, нахуй. Я умею. Дед Моисей, только не пей. Кого? Эту жидкость. Одурел, что ли? А то он выпьет сейчас, блядь. Ну, смотри, видишь он. Дай сюда. Нахуй.
То выпьешь, блядь, пьяный. Да вот сам поближе, и все. Ты вообще сам. А? Ты нас на провокацию делаешь? Нет, я говорю, так не пей хоть, блядь. Так они... Ты хуй знает тебя, блядь, ты спьяну, ты сейчас ебанешь, блядь. Какой спьяну? И скажешь, блядь, потом... Пьяный человек, которому ворона нахуй сядет, он крыш сказать не может. Это пьяный человек, а я всегда скажу... Так, кого... ладно. Это что вот? Я не знаю, это курица. Да так заберете сейчас, не будете жрать. Вон, мясо пожарите, поедите. А курицу так заберете, блядь. Дед, заберешь, съешь потом. Не будешь? Да что ты такие вот эти? Ну, Моисей, ты туда заберешь себе, заберешь курицу? Мне это негде. Нет, пусть он заберет, и мне маленький. Мне не надо. Да, Моисей. Ребята, ну черт, писать пришел забрать, что ли? Зачем это? Жарить. Давай тогда... Мы не сволочь, кильку открывай. Давай, вон, вилки есть, кильку открывайте, ешьте хоть. Ну и есть будет. Да, блядь, ребят. Вот видите, нехуй покупать, ребят. Чего смысл покупать еду, блядь, деньги тратить? Лучше так денег давайте. Знаешь, что я тебе скажу? Вот курицу не покупай, а что-нибудь такое. Пирожок? Да, хоть пирожки. Ладно, дед, смотри. Моисей, перемешивай мясо-то. Перемешивай мясо. Не, ребят, давайте лучше вам что-то поискусить. Я богат, я духовно богат. Давайте что-нибудь погромче. Давай погромче только. С выражением. Покороче. Погромче. Я могу. А. С выражением, давай. А какое вам? Ну какой ты все, любое расскажи. Нет, ты мясо переворачивай. Нет, пошел бы как. О, и тарелку не потеряй. Мясо переворачивай. Да. Нет, так мусор не мусорить, ты что, дед, блин? Не, я просто скажу пару слов для так, прелюдия сказать. Давай для. Интервью. Павел Васильевич, вы маленько, конечно, вы понимаете, вы людям добро относите, но понимаете, ваше добро получается иногда злом. Но это зависит от человека. Угу. И от того, который дает это добро, и который принимает это добро. И я никогда не согласен с людьми, которые говорят, что добро должно быть с кулаками. Добро должно быть просто добро. Вот и все. Еще много показали сериалов хороших. Какой любимый сериал-то у тебя? Любимый сериал у меня «Жизнь». Вот он идет, постоянно он касается нас. Это жизнь. Вот. Это тайга. Это березка под окном. Это ель. А ты вот в тайге рыбки... хоть был? Где? В тайге был? Был. Но я не в такой уж, но я был в тайге. Что там делал в тайге? Был в тайге, мы охотились. Шишки собирал? Нет, я никогда на кедр, я разговаривал, ребята, я никогда на кедр. Я не знаю, как собирать их, как добить колотушки. Я спрашивал просто, когда глаза облежал, то... первой областной. С чем? Не рассказывай. Я с ним добился, парень, давай-ка я приеду. Не камни, я забираюсь в камнях хорошо, вот у Серега Осколков. И забуду все там. Сейчас это 88. Самый богатый какой камень?